Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В начале этого года познакомилась с мужчиной. Он сам мне написал первым в социальной сети. Через какое-то время у нас произошло первое свидание. Я видела, что понравилось ему, но после свидания он сам перестал писать. Я была сбита с толку, ожидала, что парень станет развивать отношения. В итоге промучилась уже 2 недели. Сама написала ему, сказала, что мне очень сильно понравилось, и меня ранит отсутствие общения. Парень сказал, что был очень занят. В этот день спросил мой номер, перезвонил, мы с ним пообщались несколько часов. Он пообещал приехать на следующий день, но не приехал. Когда я видел, какое-то время спросила, почему не приехал, парень сделал вид, что забыл о своем обещании, в итоге предложил встретиться с ним в гостинице. Я отказала, дала понять, что меня очень обидело такое предложение и прекратила общение. Перестали общаться с парнем в феврале. Сейчас он с ним стал писать, не извинился за свое поведение. Молодой человек мне до сих пор сильно нравится, но не могу себя заставить поверить ему. Стоит ли поговорить откровенно и выяснить причину его поведения? Как понять, какой выбор сделан? Мне симпатичен этот мужчина, но я хочу достойного отношения к себе, и кроме того, мешают собственные эмоции. Я очень сильно влюбилась в этого мужчину, плакала, а он не оценил мои чувства. Я думаю, что вы здесь очень быстро пропускаете себя, я думаю, что вы очень быстро центрируетесь на другом человеке. Я думаю, что ваша боль связана с неуверенностью в себе и низкой самооценкой. Вот, я думаю, что вы идеализируете человека, потому что, на мой взгляд, влюбились вы слишком быстро в него. Вот, и я думаю, что вот эта вот история про то, что парень будет сам первый развивать отношения, это история про то, чтобы себя таким образом обезопасить. Вот. А человек начинает думать про безопасность свою тогда, когда он чувствует неуверенность и чувствует эту самую опасность. Вот. А опасность человек чувствует тогда, когда он себе не доверяет. Он постоянно сомневается в себе. Вот. А человек в данном случае проявляет по отношению к вам пренебрежение, проявляет по отношению к вам, в общем-то, некие такие, я бы сказал, неприличные какие-то тенденции, да? По сути, вы все это готовы простить. То есть вы думаете, что вот это возьмет и просто куда-то исчезнет. Может быть, исчезнет, а может быть, нет. Только момент в том, что для вас сейчас никого, кроме него, не существует. Он один. Понимаете? Он один. И связано это с тем, что вы тяжело идете на сближение, видимо, что вам тяжело сходиться с людьми. Отсюда такая потребность в том, чтобы оценили ваши чувства, потому что вы не цените их сами, не выражаете их, не проявляете, не реализовываете. Вот с этим в первую очередь нужно работать, чтобы вы себя оценили. Но вы говорите пока про достойные отношения, но, увы, если вы считаете, что парень должен развивать отношения, зачем же вы первое написали? В поддержку моей гипотезы, подтверждение моей гипотезы, говорит и то, что вы хотите выяснить причину его поведения. Причина никогда не играет никакой роли. Роль играет выбор человека. Понимаете? И вам не так просто, вам неспроста так важно понять причину. Только тогда вы сможете вроде как опереться. Но это будет опора не на себя. И пока будет опора не на себя, вам будет больно в отношениях, потому что вы целиком зависите от другого. Человек это чувствует и начинает пользоваться. Вот и все. Не потому, что он плохой, а потому что есть возможность человеку сложно
удержаться, когда возможность есть. Поэтому я бы сказал, что вам сначала нужно решить свои психологические проблемы, а уже потом выстраивать отношения. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.